Доброе утро всем. Именно обращение для водителей маршрутчиков. Прошу, ребята, будьте аккуратны, уважайте друг друга и народа также уважайте. И будьте аккуратны на дорогах. Сегодня все-таки гололед. Внимательно, держите дистанцию. И что я хотел сказать, братья, по поводу вчерашней ДТП на 205-й, я просто не знаю, почему работодатели берут таких дебилов, таких баранов. Я просто не знаю, почему. Чё, водитель не хватает, что ли? Он даже по-русски не может разговаривать. Вы понимаете, именно работодатели, я вас прошу, берите нормальный водитель и достойный. Таких баранов не надо, брат. Ну раз ДТП получилось, куда ты еще убегаешь? Зачем? Если не дай бог, если кто-то там страдает, пострадал бы по-серьезному. И что вы сделали бы? Прошу вас, работодатели, берите на работу достойные водители, которые они умеют разговаривать.